не только день города, но еще и памятная дата, то есть годовщина террористических актов в Соединенных Штатах Америки. И в честь этой даты у художников проекта «Студия 13» возникла идея создания вот такой информативной выставки, в которой мы представляем все эти факты, которые прислали активисты проекта в течение года, о причастности Соединенных Штатов Америки к посланникам терроризма, террористам или террористическим организациям. И вот мы предлагаем всем зрителям задуматься, а действительно ли все так, как нам преподносится? Действительно ли американские СМИ преподносят так, как есть на самом деле? Вот выставка этому посвящена.